Представители рабочих профессий решили выяснить, кто из них лучший. Накануне состоялся конкурс «Лучший по профессии». На этот раз соревновались сварщики 12 предприятий Алтайского края из Барнаула, Бийска, Рубцовска, а также Заринска. Все подробности расскажем в следующем материале. Впервые сталкиваюсь с такими электродами. Первый раз. Как маленькая, и все потяжелее варить. Старт дан. На все 30 минут не просто уложиться, но и выполнить работу максимально качественно по всем правилам техники безопасности. Одно неверное движение, и шов получится неровным. Тем тяжелее участникам. Само задание не из легких. У нас заложено самое сложное сварное соединение. Называется NUEN-45. Это когда труба стоит под углом 45 градусов горизонт. В неповоротном положении варится, что очень тяжело. То есть сварщик, заваривший такое сварное соединение без дефектов, считается очень хорошим специалистом. Андрей Первушин – один из 18 участников. Сварщиком работает 11 лет. Такое состязание на краевом уровне для него первое. Теоретический этап конкурса позади. Уверен, сложная практика тоже по плечу. Это специфика работы, сварка у труб не такая частая, у нас очень редкая. Вот, потому да. Пришлось маленько поштудировать, посмотреть, попробовать, поварить. Самое главное, вот, чтобы был и провар, и шов. Все по ГОСТу, чтобы было выполнено. Вот. Чтобы это было красиво выглядело, не был шов корявым. Все образцы зашифруют. Эксперты не узнают, кто автор сварочных работ. После визуально-измерительного контроля образцы отправят на радиографию, иначе на рентген. С помощью него выявят дефекты, трещины на сварочном шве. Кто станет лучшим сварщиком, итоги конкурса объявят на следующей неделе. Победитель получит 50 000 рублей. Дмитрий Будков, Иван Сухосыр, новости.